Сегодня в программе «Каламбур». Д'Артаньян объяснит Портосу закон ослика Иа. Если входит и выходит, то замечательно выходит. В баре «Каламбур» муж, у которого жена отбирает зарплату, слабак, а отдающий ее сам – настоящий мужчина. В крутом пике командор покажет, что нельзя будет ждать милости от природы после того, что он с ней сделает. А в деревне дураков вы поймете, что если надежда умирает последней, то глупость не умирает никогда. Все это сегодня в программе «Каламбур». А первая рубрика «Вы написали, мы сыграли» начнется прямо сейчас. Thank you.
Сэр, надо что-то делать. У меня одна мысль в голове. Давайте попробуем выпустить шасси.
Давай-ка лучше попробуем выпустить ласты с этого, чтобы нам было что склеивать. Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Кто это? Это наша стюардесса, сэр. Да, действительно. Сэр, пассажиры очень волнуются. Они спрашивают, есть ли на борту парашюты. Скажите им, что есть. Два. Включая бюстгальтер мисс Бурку. Сэр, так у нас есть все-таки парашюты? Дринкинс, парашютов у нас как не было, так и нет. Зато у нас есть пара шутов. Звонит ваша жена. Что она хочет? Она спрашивает, в чем вы предпочли бы видеть ее на похоронах? Ответьте ей, что на похоронах я предпочел бы ее увидеть в гробу. А по-моему, смешно. В гробу и белых тапочках. Ну хорошо, хорошо. Признаю, что последняя шутка была несколько неудачной. Сэр, приготовьтесь услышать нечто ужасное. Только не пойте, Дринкинс. А как вам эта шутка, а? Дринкинс, сколько нам осталось до конца? 253 серии, сэр. Отлично, тогда я еще успею высидеть яйца.